Всем добра, дорогие друзья, с вами по-прежнему Кот, и сегодня мы с тобою продолжаем играть в игру во Friday Night Funkin'. Погнали дальше. Значит, как ты помнишь, в прошлой серии нам просто жестко повезло, мы прошли вторую и третью неделю. Значит, третью неделю мы затащили вообще просто на изи. Ну и сегодня у нас будет четвертая неделя, тут уже какая-то мадемуазель, чем-то похожая на вот этого, сейчас тебе покажу, вот на вот этого мужика. Так, окей. Режим изи, конечно же, потому что мы играть толком-то не умеем в такие игры. Значит, это какая-то мамочка must murder. Окей, погнали. Так, что у нас здесь будет? 3, 2, 1. Так, охренеть. Ни хренашечки, это только изи, уже такая скорость? Так. Блин. Короче, лучше мне этими, как его, стрелочками играть, я это клавишами VSD тут стараюсь. Так. Я не знаю, сколько тут батлов? Возможно, 3. Так, нормально. Там какие-то чувачки сзади танцуют, они очень отвлекают, блин, капец. Там реально эти чувачки сзади очень отвлекают, капец. Так, давай, давай, только... Есть. Нормально. Но первая песня всегда легкая, потом какая-то жопа идет. Так, давай. Давай, давай. Давай, давай, хорошо, хорошо. Нормально. Все, задвинули в самый угол. Шикарно. Нормально. Музычка приятная. Так, ладно. Стой. Все, прошли. Это только первый раунд, но он довольно-таки с подвохом, но проходится. Так, погнали дальше. 3, 2, 1. Так, скорость чувствуется побольше стала здесь. Так. Ага, мелодия. Тихо. Да блин, в смысле? Да в смысле ты так? Капец. Подожди, подожди. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Три. Давай. Капец, я некоторые клавиши вообще просто игнорирую. Не, ну капец, тетка тут старается. Так, стой, давай. Давай, есть. Вот тут она... Блин, тут много вот этих клавиш, которые в левой стороне. Ничего, сейчас затащим. Давай. Давай, есть, все шикарно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 блин! Блин, я перепутал клавиши! Капец, я реально напутал тут клавиши. Так, нормально. Е. Хух. Так, ну вторая песня довольно-таки тоже простая. Так. Окей, третий раунд. А чё так быстро? Не-не-не-не-не-не-не, кто меня жизнь не готовила, почему так быстро? Ладно. Ладно, окей-окей, нормально-нормально. Главное нам не проиграть. Так, давай. Давай, тихо-тихо-тихо, блин, давай, аккуратненько-аккуратненько. Так. Так, тихо. Нормальненько. Ну ни хрена, песня басовенькая довольно-таки.
Не-не-не-не-не, опять эти всякие штуки повторяются с этих, со второй недели. Всякие абракадабры. Так. Ух, ни хрена она задала. Так. Ты что издеваешься? Ты издеваешься, у меня экран дергается. Я вообще не могу понять, что как. Это специальный такой маневр был. Гадина, гадина, гадина. Специально такой маневр сделали басовый, чтобы потом я запутался тут. Так, давай, давай, давай. Давай, е-е-е. Нормально, держимся пока, держимся. Так, только без басовых моментов, пожалуйста. Так, вот это плохо. Это еще, я не знаю, середина ли этой песни. Давай. Ё-моё. Пожалуйста, скажи, что это конец песни. Давай! Давай! Есть! Есть! Да, мы это сделали! Да, мы это сделали! Шикарно! Шикарно! Значит, четвертая неделя у нас пройдена на изи. Великолепно! Великолепно! Все, великолепно! Круто! Так... Так, я подумал, чтобы видео, короче, не было таким коротким. Го, посмотрим хард-режим. Мне чисто даже интересно, что там будет. Погнали. Попробуем сейчас хард. Это будет, наверное, жестко. Так. Капец. Хоть одну песню пройти на харде. Капец, его опять я клавиши напутал. Жестко. Е. Не-не-не, какой хард, ребятки? Какой хард, вы что? Это просто жестко. Это просто выносят по полной программе. Не, ну я хочу попробовать одну песню, одну песенку на харде хоть пройти. Я честно тебе скажу, что в такие игры я ни разу не играл. Вот эти стрелочки. Я видел, что на Ютубе там даже бомбящих людей там заснимали, вот как они в эту игру рубятся. Ну именно не во Friday Night Funkin', а именно в похожую, там, где тоже нужно песню со стрелочками. Я максимум, наверное, играл в этот. Он все равно нагибается. Ну что ты будешь делать? Я максимум играл, наверное, ну вот. В эти плитки фортепиано и все. Не, реально, реально. Тут хард просто не по зубам уже. Так. Блин, понятно. Понятненько. Все. Все ясно. Ну, хоть на изи мы эту тетку, да, затащили. Шикарная. Конечно, там песня была, вот, я уже не помню, во втором, либо третьем раунде. Прикольная, вот эта басовая, в третьем вроде, да. В третьем раунде была вот такая басовенькая песня, довольно-таки круто. Так, ну вот как-то так, значит, неделя первая, вторая, третья, четвертая у нас пройдены. Продолжим мы в следующей серии. На этом все, подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.